Покажи мне. Ой, слишком мало. Вот так вот. Ну давай попробуй. Сейчас когда начнешь писать, увидишь, много ты взяла краски. Подожди. Так, замечательно все. Так. Нет, близко очень. Вот. Я тут всем чипсы раздаю. Посмелее. Не бойся пера, не бойся кляксы. Если она будет, это не страшно. Настоящим пером еще сложнее писать. А, мы уже не пишем настоящим пером. Осталось одно название. Железный пер. Почемушек пока мы сложим сюда. Смотри, вот точку здесь поставим сначала, и здесь. Видишь? Через одну, видишь, вот идет линия, вторая и третья. Мы с этой точки будем выходить вот сюда уже. Смотри. Чтобы между вот этой чертой и этой было промежуточек, видишь? И потом вот такую красивую. Давай. Все заняты уроками. Что, застряла всем? Застряла. Вот, иди туда, учителя попроси. Умница, молодец, идеально почти. Теперь красивую волну. Пониже можно. Давай, пониже, в следующий раз пониже волну. Так, ты опять перо неправильно держишь. Вот. Нет, не повторяем. Один раз провела и оторвалась и ушла от нее. Все. Так. Так. Уверенно. Ритмично. Так, пошли посмотрим. Вот. Нравится? Красивее, чем сейчас, да? Подожди. Конечно, красивее, намного красивее, потому что у нее ножка изящная нога. Ты дописывай эту, потом я тебе показываю, смотри, еще есть одна. Иди сядь, я смотрю. Смотри, видишь, смотри, так же самое все. Вот мама. И здесь, смотри, делаем вот такую петельку. Эх, не хватило краски. Чтобы у тебя была уверенная такая черта. Понимаешь, они как ниточка по бутылке. Есть, нет, пока нет. Так. Еще. Еще. Молодец. Все. Так, итак, смотри, буква А. Смотри внимательно на мою руку и на перо. Я внимательно смотрю. На то, что посмотрела, теперь смотри на меня. Смотри. Точку поставила здесь. Видишь, одна черта. Вторая, третья. Через одну. Видишь? Заметила? Сфотографировала глазками своими. Теперь смотри, берем и очень изящно ее соединяем.
вот такую лаву. Мама. Так. Видишь, да? Что у нее? Что у нее ножка вот так стоит. Пробуй. Можешь маленькие точечки поставить для начала. Потом эти точечки ставить не надо. Молодец. Все, я слава научилась. Научилась писать. Все замечательно. Пониже можно чуть-чуть волну. Так. Да, все, молодец. Угу. Только смотри, еще один элемент такой красивый есть. Делает букву очень изящной. Сейчас я тебе ее покажу, продемонстрирую. Смотри, точки поставили. Здесь ты делаешь завиточек. Ведешь, ведешь, ведешь. И вот тут раз, вот сюда, смотри. Заметила необычную штуку? У нее вот здесь вот у буквы А есть промежуточек. Да, да. Вот ты меня поняла. Молодец. Пониже, пониже. Волну пониже. Во, отлично. Все, продолжай. Вот такая буква А должна быть. И не какая, не другая. Вот. Все так же, да? Я славно это поняла. Ножка у нее такая же. Только идет у нее вот этот вот раз завиточечек. Давай. Так, ну, можно и так. Очень необычная буква получилась. Старайся. Ничего страшного. Я уже поняла, что могу за это найти. Ох ты, замечательно. Так, теперь другую. А, учимся. Я подчеркну. Подчеркну, я обязательно подчеркну, какая мне больше всего нравится. Вот эта хоть и у нас толстенькая, но она очень красивая. А вот эта вот? Это тоже неплохая. Вот. А вот эта? Ну вот у этой высоковата волна. Ну да. Да, сейчас подойду. Ага, да, обязательно. Итак, смотри, еще вот такая разновидность буквы А есть. Так же самое, да, Миш? То же самое. Только я там есть вот такой. Красивый завиток. Ага. Так же. Доводим до конца. Видишь, я до конца довела. Я вот здесь завиток не делаю сюда. Я вот так вот делаю. Перу. Краски чуть-чуть. Ага. А, да, как писается. Давай, пробуй. Так, у тебя красивая буква. Мне очень нравится. Вот это. Эта буква красивая. Прям вообще вот это мне нравится. Вот это и вот это, да? А здесь мне нравится из всех вот это вот. Так, итак, следующий. Ярослава, сложно пером писать? Не так уж и сложно. Просто кляксы получились. Ну, вроде не видно особо клякс. Красиво зато, да? Ну, блин. Лучше, чем просто ручкой. Угу. Вот, смотрите, кляксы. Красиво. Я вчера, потому что я не дописала. Угу.
Через две клеточки, через одну часто очень, через две. Между ними должно быть две клеточки.